Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Начался у многих понедельник, у меня еще в Америке остатки воскресенья. Сегодня у меня были гости, которые поведали весьма интересную новость. Я, в общем-то говоря, немножко далек от этой темы, но думаю, для многих зрителей это будет весьма-весьма забавно, особенно немножко подсластит начало тяжелой трудовой недели после затяжных отпусков. Многие слышали про американские лотереи и про самую известную мегамиллионы Powerball. Powerball достаточно весьма-весьма распространена, про нее очень много кто знает. Так вот, сейчас в Америке эта лотерея бьет все рекорды. Еще буквально пару недель назад я проходил мимо счета, на нем было написано джекпот $300 миллионов. Я так думаю, опс, фига себе, думаешь. Можешь пойти билетик купить, а сегодня гости пришли и говорят: Макс, ты не в курсе вообще, какой сейчас джекпот? Я говорю: ну не знаю. Они говорят: 1,3 миллиарда долларов. Сейчас билеты сметают на заправках, прям конкретно очередь даже стоит. Я, честно говоря, не поверил. Залез на этот официальный сайт, действительно написано 1,3 миллиарда долларов. Можно выиграть, если угадать, ну, джекпот, соответственно, то есть... Лотерея напоминает стандартное спортлото, нужно угадать вот эти циферки, даже более того, можно себя не утруждать, когда вы этот билет покупаете на заправке, можете попросить, чтобы компьютер за вас заполнил эти самые выигрышные номера. Вот. И, собственно говоря, все. Билет стоит $2, вот, 1,3 миллиарда. Нет, ребят, я честно скажу, я человек не азартный, но чисто ради прикола, наверное, завтра пойду с женой, по паре билетиков купим, чтобы, ну, не идиотами себя чувствовать. Да, конечно, выиграть шанс 1,3 миллиарда, половину сразу забирает дядя Сэм в виде налогов, потом еще какие-то будут сборы, поборы. Ну так, давайте хоть чуть-чуть пофантазируем, вот представляете, вот выиграть вот это. Я не представляю, честно. Вы покупаете за $2 ощущение мечты, а вдруг? Ну вот как-то так. Можете сами взглянуть на сайт, я в описании видео приведу. Ну а вам хорошего дня. Вот. Розыгрыш будет в среду. Вот. Завтра еще паре знакомым расскажу, кто в Омахе живет, кто приехал недавно, про эту лотерею не знает, из новоприбывших. Может, ребята тоже сыграют. Я знаю четко, что вот ребят Казахстана, они вроде так про Powerball расспрашивали, когда я им этот плакат показал про 300 миллионов, и не поверили, что действительно такие выигрыши бывают. Так что завтра коллективно пойдем на заправку билетики покупать. Хорошего всем дня, удачи, чтобы у вас все было.